Представляем вам искусственную ель Бэйбери фирмы National Tree Company. Высота демонстрируемой модели 183 см. Эта елка стала одной из самых популярных благодаря поистине богатой, пушистой и густой хвои. Секрет такого объема в том, что ближе к стволу хвоя выполнена из ПВХ, что позволяет заполнить пространство внутри. Наружные части веток сделаны из литой хвои. Обратите внимание на качество иголочек, они действительно выглядят очень естественно. Складывается ощущение, что сквозь хвоинки видна структура дерева. Собрать елку не составит труда. Для начала необходимо установить подставку. Это делается одним движением, не требующим усилий. Ствол этой елки состоит из двух частей. Нижняя часть ствола имеет заостренный конец. Специальный винт надежно фиксирует елку, теперь она устойчива. Далее вторая часть ствола аккуратно вставляется в первую. Обратите внимание на цветную маркировку ярусов на стволе. Она совпадает с маркировкой на ветках. Благодаря этому вы не перепутаете ярусы. Каждую веточку необходимо как следует расправить. Данная процедура повторяется с остальными ветками. После этого останется только вставить макушку и расправить ее ветви. Искусственная елка Бэйбери может быть представлена в 7 размерах от 137 до 274 см. Мы всегда рады видеть вас в нашем интернет-магазине.